Всем огромный привет! Вы на канале Юрия и Лариса Ивановой Лайф. Сегодня мы готовим вот такое овощное ассорти: брокколи, цветная капуста и морковь. Мы купили целый пакетик. Господи, опять уже выкинула. Килограмм 360 грамм в этом пакетике, в этом миксе. Я взяла луковицу 250 грамм, говядина 600 грамм, 4 зубчика чеснока. У меня очень крупные зубчики чеснока. 70 миллилитров у меня соевого соуса. Здесь примерно 3 ложки столовые оливкового масла. А вот это у меня очень-очень горький перец. Это нас угостил сосед. Халапеньо, по-моему. Да. Всем привет, кстати. Этот перец можно стручком положить, обжаривать. Можете, как вам угодно, соломочкой порезать, как хотите. У меня был просто он в банке. Я вот его попробовала. Нереально до сих пор очень жжет. Горький, да. Все. Ну, во время приготовления он, конечно же, потеряет какие-то свои свойства. Ну, да. Он не будет такой горький. И заметили, у меня нет здесь соли. Капусту, вот это овощное ассорти, я буду 3 минуты отваривать. Я воду подсолила. А мясо я сейчас замариную соевым соусом. Я думаю, достаточно будет. Если будет недостаточно соли, мы соли мало едим, не разрешают. Поэтому... как бы сказать, я мало кладу соли. Чеснок режьте, как вам удобно. Я вот как захотела, так и покрошила. И вот это все вот заливаем соевым соусом. И вот это вот мясо нужно промариновать. И промариновать его нужно примерно час-два. Вот соевый соус и чеснок. В принципе, больше сюда ничего не нужно. Забыла. Острый соус тоже нужно сюда. Оно должно простоять. Но оно у меня очень мелко порезанное. Мы уже купили резанное мясо. Тоже в мешочке было. Так что у нас все тут подготовлено. Извините, не резала на камеру. Сейчас иду, у меня вода закипела. Сейчас иду отваривать 3 минуты. Ну что, девочки, мальчики, нужно мне подлить еще соевого соуса. Так что я подлила еще миллилитров 50. Казалось, маловато. Да, потому как соли здесь нет, нужно с соусом добавить. Вот так вот. И пусть маринуется. После закипания я проварила 3 минуты. Все, теперь слила. Как-то неудобно мне. Камера трясется. Не говори. Все парит. Ладно. Вкусно пахнет. Брокколи. А тут все вместе. Оно и вкусно пахнет. Овощной бульон такой вкусный бы был. Ладно, все оставляем. Пусть остывает это. Масло я нагрела. И теперь мне нужно обжарить лук. Лук я буду обжаривать на высоком огне. И постоянно помешивать надо, чтобы не сгорел. До приятной золотистости нужно мне обжарить. Бедной золотистости. Вау. Огонь я тоже не убавляю. Перчик-то засунь туда. Купила. О, молодец. Сейчас все вместе перемешиваем. И тоже мешаем. В принципе, когда промаринуется мясо, через 10 минут оно готово. Но если вы хотите, чтобы оно еще было не нежное, можно протушить еще часик, подлить водички и потушить часик. Лук я порезала, как видите, крупно, потому как если вы будете тушить его, то лука-то там совсем и не видно будет. А вот крошите, как вам удобно, хоть на меленькие-меленькие частички. Прям, чтобы большому куску и рот рад, как бы говорила моя бабушка. Как мне нравится смотреть, как работают другие. Ну, это не только тебе. Как горит костер, льется вода. Вода, да, и как
работают другие. Это самое супер, что все любят делать. Хотела вот показать вам, что никакой воды я сюда не добавляла, видите? И постоянно помешиваю, жарю на высоком огне. Вот 5 минут я уже жарю. Еще 5, в принципе, мясо-то готово. Ну, я хочу, чтобы оно было мягкое и нежное, поэтому потушим его. В общем, я хочу сказать, 10 минут прожарила. Попробовали мы кусочки мяса. Они обалденно вкусные. В принципе, можно кушать. Так бы в ресторане уже и подали. Но мы хотим, чтобы было понежнее. У нас есть время. Поэтому мы еще полчаса, я вот примерно 60-70 миллилитров водички. И на медленный огонь убавлю. И потушу это немножко. И еще, если бы я готовила это для взрослых только, ну, если бы детей не было, чтобы вот как у нас Алекс, то я бы добавила еще горького перца сюда побольше. О, да, было бы вкусно. Было бы вкуснее. Вот соли я ничего не добавляла. Все, я это крышкой прикрываю и буду тушить с полчасика. Прошло полчаса, мясо обалденное, мягкое уже. Водичка. И водички сколько, жидкости. И сейчас я прибавила огонь на самый-самый сильный и высыпаю овощи. У меня будет все вместе смешанное это блюдо. Мясо с овощами. Перемешаю, конечно же. И вместе, все вместе потушу 3-4 минутки. И все, будем кушать. Хочу сказать, кому мало соли, то добавляйте по вкусу. Перец, соль, все остальное. Мне вот соли достаточно. У меня все готово. Ай, такая тяжелющая сковородка. Давай, да. Подержу. Я хочу выложить блюдо, чтобы подать к столу, к ужину нам. Вот такая вкуснотища у нас готова. И полезно, надо сказать, всего 3 ложки оливкового масла. Ну что, всем приятного аппетита. У нас был еще отварен рис, мы решили совместить. Да, кто хочет. Я вот захотела. Взять тоже захотел. Алекс без риса. В общем, очень все вкусно. Можно и так кушать. Обалденное мясо и овощи. Ставим лайки и не забываем подписываться на наши каналы. Всем пока-пока, хорошего настроения.